Снова здравствуйте! С вами магазин музыкальных инструментов «Восьмая нота» и я, Влад Кинг. Расстроилась гитара. Ну уже все хорошо. Шикарный инструмент. Я на нем хочу и много раз хочу играть. Секундочку. Немножко расскажу про этот инструмент. Это гитара фирмы BC Rich Baroque. На семейств этих гитар играли очень много известных рок-музыкантов и метал-музыкантов. От глэм-метала таких музыкантов, как, то есть не музыкантов, а гитаристов группы Мотли Крю. Такой дядечка, как, ну, какая-то планета, там, Марс, там, что-то такое, да. И трэшовых дядечек, таких как, ну, трэш-дэс, скажем так. Группа Дэс. Чак Шульдинер, группа Slayer, Керри Кинг и гитарист и вокалист группы Sepultura Макс Кавальера. Эти гитары вышли в свет, то есть не вот именно это, а гитары семейства Baroque вышли в свет этой планеты, вселенной, в Соединенных Штатах в 1980 году. Давайте рассмотрим эту гитару поподробнее. Дека сделана из липы. Гриф сделан из клена. Накладь из палисандра. 24 лада. Механика Tuomatic, сквозной, болченый гриф, звукосниматели BC Rich BDSM и две крутилки Volume и Tone и трехпозиционный переключатель. Давайте поиграем на этой гитаре. We'll be right back.
первое положение. Теперь два звукоснимателя. Ставьте пальцы вверх. До скорых встреч. Все.